Нам нужно подключить выключенную магнитолу к компьютеру для того, чтобы, запустив флешту, посмотреть, сколько на самом деле у нас оперативной памяти на борту. Включаем разъем USB в 4-пиновый контакт, потому что еще есть 6-пиновый, который служит для прошивки от обновлений. Ну, то есть на флешку вставлять будете и заглядывать с самого устройства. Включаем провод папа-папа в порт. Дальше запускаем флешту. Так, и в папку флешту скидываем наш scatterfile. Вот он. Запускаем флешту. Ну, естественно, дрова должны стоять на прелоудер. В принципе, можете найти на просторах Анета, может, у вас стоит, либо я там попросите ссылку внизу скину. Для десятки, для седьмого Windows есть. Так, и дальше выбираем наш файл. Вот он, выбрали. Здесь, естественно, где прошивку мы делать сейчас не будем, галочек никаких не стоит. Нам нужно зайти в раздел Memory Test. Заходим в Memory Test. Убираем все галочки, кроме RAM Test. Вот убрали. Дальше запускаем. Нажимаем Start. И подключаем разъем USB-шной магнитоли в наш, который включается в ноутбук через переходник. Включили. Определился. Прелоудер. И тест прошел. Естественно, этот тест имеется неполный. Главное нам посмотреть размер. И вот что мы видим. Видите, да? Тип. Оперативная память. Размер 768 мегабайт. Ну, там, соответственно, еще идет на видео память, которая здесь не показывается. То есть добавляем ее и получаем 1024. То есть 1 гигабайт. То, что нам и требовалось доказать. То есть вот это вот снимаем видео, как мы с вами подключали. Вот этот вид прикладываем в AliExpress, показываем размер памяти и смело открываем спор.